Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Подозреваемый в 2015 году, вступив в предварительный сговор со своими знакомыми, совершил разбойное нападение на один из ресторанов города Шахтинска Карагандинской области. В результате этих преступных действий собственнику заведения причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 46 миллионов тенге. Соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания. А сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. В мае текущего года он был задержан на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана он экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.